тебе помогу с тем. Обалденная. Вон там Илья. Нет. Воду снимаю. Обалденная чистая водичка. Но леденющая. 24 градуса. Даже в бассейне теплее. Молодец. Мы тут вот так вот плаваем классно. Давай. Ну как? Круто! Напротив Вороши, заброшенного города. Как ты плаваешь? Видите, он как плавает на каяке. Давай, Митюш, покажи класс. Здесь какой-то релакс, вот просто на релаксе плавала тут, смотрите, приплыли ко мне. Да, так, сейчас вы мне перевернете, не... Это будет весело. Да, не надо, отплывайте от меня. Они, мне кажется, думали, что это, ты утонул. Да, конечно. Оль! Вот даже много лет спустя я продолжаю получать подобные вопросы, потому что, наверное, для многих эта тема болезненная и актуальна. Скажу так, что я свои детские обиды на маму давно оставила в детстве. Давно все проработала и отпустила, и сейчас у нас прекрасные отношения. И всем желаю прорабатывать свои обиды, потому что обиды нас тянут вниз, они мешают нам быть счастливыми, и они нас разрушают. Мне, конечно, во многом проще было все прорабатывать, потому что я сама по образованию психолог. И вообще... Я очень рада, что когда-то училась на психолога, даже несмотря на то, что никогда не практиковала. Та база знаний, которую я получила, во многом мне в жизни помогла. Мне, кстати, очень нравилось учиться на психолога, и иногда даже жалею, что не пошла дальше, но так вот сложилось, и все чаще думаю о том, что, возможно, стоит восстановить свои знания, пройти, возможно, какое-то онлайн-обучение, чтобы стать уже практикующим психологом. Поэтому, если знаете какие-то классные онлайн-школы, университеты, посоветуйте вот в окошко. Я сейчас, кстати, в комнате родителей. Как же все красиво. Мне так нравится. Посмотрите, какой классный вид. На горы. Вот туда. Вообще кайф просто. А там море. Иди сюда. Иди сюда. Иди к маме. Кто такой у меня кудрявый? Это я. Это ты? А водичку трогал? Как водичка? Теплая, холодная? Холодная. Холодная, да? Давай, давай, Лёш. Девочки, спасибо большое за рекомендации. Всем много что насоветовали. Многие рекомендовали онлайн-университет Теланси. Я, кстати, ему уже даже написала, узнала все про обучение. Фишка у них такая, что они психологов-консультантов готовят всего за один год. Мне, конечно, понравилось, что это хоть и онлайн, но все-таки университет. Они даже являются резидентами Сколково. У них много там специальностей, но мне, конечно, психология интересна. Вот, понравилось, что помимо знаний по психологии, они еще и учат, как находить клиентов, как открывать частную практику, как начать зарабатывать.
Судя по моему директу, психологию люблю не только я, многие бы хотели обучиться. Я договорилась с университетом, что для меня и для моих подписчиков будет бесплатный тест-драйв обучения. То есть напишите им в директ слово «хочу», и они пришлют доступ к бесплатным урокам. Можно будет все попробовать, понять, как это и подходит ли это вам. Мы приехали вот в такое классное местечко. Ресторан «Пэрис» с таким шикарным видом. Немножко не успели посмотреть закат, но даже так очень красиво. Я просто не могу налюбоваться. Вот мне все-таки так нравится вообще. Очень красиво. Митя быстро улыбнулся. That's my love. Посмотрите на это. Просто они нас увидели, бегут прям. Ой, как их много. Ой, ослики, да. Давайте сначала. Мама, маленький ослик. Может, возьмем с собой? Давай. Кисы, морковку. А ты не всю, ты откусишь. А не укусить. Поехали. Я буду потихоньку. Всё, пока! Пока, ослики, скажи. Смотри, он идет за нами. Пока. Да ты что? Давай. Да Илья, что? Скорее! Давай. Илья, мне страшно! Илья, скорее! Ну, мне реально страшно, он за нами бежит. Мама! Что? Он никогда не всуется! Вот какая водичка, какой песочек. Вода. Ой, прохладная, конечно. Мама. Я думаю, мы быстро привыкнем, мы просто нагрели. Зато посмотрите, какой цвет. Так вот мы ехали, а тут мороженщик. Теперь мы все кушаем мороженое, да? Даже дедушка. Любуемся видом. Даже дедушка, который не ест обычное мороженое. Мама, я кушай, кушай. Здесь мы были уже 2 года назад в этом баре. Бар-ресторан. И мне всегда очень нравится вот эта лестница. Смотрите, лестница на пляжик. Лёва, ближе к берегу. Зачем мне нужна младшая сестра?
Я тут на круге, она мне еще. Вот на круге она мне еще тащит. Ну а что нет? Дерни за веревочку, круг и сдуется. Вон там такая вообще. Любимый братик. Конечно. Любимый братик. Как я буду по тебе скучать. Все, я не снимаю. А может, и снимаю? Все? Улетаешь? Пока, Брик. Улетаешь? Лёв, иди выйди. Прощайся, Лёв. Я без носа улетишь. Только открываю, он улетает. Daydream. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream. I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kid. Всем привет из дома. Вот мы и дома. Почти месяц мы были в разъездах, побывали в Стамбуле, на Северном Кипре там все объездили. И вот мы вернулись домой в, казалось бы, привычный быт. Но за этот месяц я так от всего отвыкла, буду заново вообще все налаживать, разбирать чемоданы предстоит. Я, кстати, чемоданы разобрать еще не успела, но зато успела сделать ногти сбегать. Знаешь, куда ехать даже? Ага, вот сюда. Первым делом побежал в свою комнату, которая оставила небольшой беспорядок, да, Лёв? Перед отъездом. Хотя мама наводила порядок, но Лёв за секунду все разнес. Ну что, Лёв, скучал? Я пошел сразу на кровать. Да? И надо уже дать, пока вы соберетесь. Смотрел мультик. Угу. Я тут разбираю чемоданы, сразу вещи по местам раскладываю, а что-то сразу в стирку, что-то сразу почищу, чтобы чистенькое стояло. Кросс у меня после путешествия, конечно, не в лучшем состоянии. Ну ничего, сейчас быстренько почистим. Я перестала стирать белую обувь после того, как у меня появилась активная пена от Salt & Sport. Ей чистить обувь гораздо быстрее и проще. Сначала я наношу пену, потом чищу все губкой, а потом просто протираю влажной тряпкой, либо смываю пену под водой. Пена отлично справляется даже с самыми сложными загрязнениями и безопасна для обуви. Ну, смотрите, какая разница. Этот кроссовок я уже помыла. И при том, что он мокрый, влажный еще, он гораздо чище выглядит, чем этот сухой. Сейчас его тоже помою. А вы, если хотите дома всегда чистую белую обувь, то заведите себе вот такого помощника. Ну, смотрите, брат вернул моих красавчиков помидорки. Ну и главное, конечно, гибискус. Смотрите, как он цветет. Мне прям цветущим его вернули. Столько-столько бутонов. Я очень-очень довольна. Не зря его подрезала. Реально, после подрезки лучше стал цвести. Помидорки черри, помните? Смотрите, прям красные помидорки. Но единственное, что он вот какой-то такой. Знатоки, напишите, может чем-то обработать. Все, давай, нужно побрызгать наши цветочки. Наш помидор и наши окна заодно. Если не стать, надо, кстати, помыть. Я за ним буду ухаживать. Ну, молодец. Лёва мне рассказывает, что нужно делать, чтобы быть таким же энергичным, как он. Рассказывай. Смотри. Пописить. Угу. Почистить зубы. Беги качаться и спать. И будешь таким же энергичным, да? Угу. Классно. Три. Вот. Давай, и ножками надо бултыхать. Забыл? А у тебя ножки под водой. Ножками надо наверх. Ложиться на животик. Ножки наверх всплывают и бултыхаешь.
Он ходит под водой на камне. А вон, вон. Вот, вот, вот это ты молодец, вот это ты плывешь, молодец. Рыбки наверх, да, молодец. Вот, рыбка поплыла наша, рыбка поплыла. Давай, рыбка, плыви, плыви, плыви до конца бассейна, давай. Еще чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть. И ты победил, ты доплыл до конца бассейна, молодец. Кирюш сейчас до меня доплывет под водой. Набрал воздуха. Раз, два, три. И где он там, вы видите его? Вот он плывет. Молодец. Там мой спортсмен. Любимый братик. Конечно. Любимый братик. Как я буду по тебе скучать. Все, я не снимаю. А может, и снимаю. Эй, мама! Что? Что? Направо! Да? Ага. Ты уже знаешь, куда ехать даже. Ага. Вот сюда! Где он побежал в свою комнату, в которой оставил небольшой беспорядок, да, Лев? Перед отъездом. Хотя мама наводила порядок, но Лев за секунду все разнес. Ну что, Лев, скучал? Я пошел сразу на кровать. Да? И начал ждать, пока вы соберетесь. Смотрел мультик. Отличная еда Стамбула, которую мы попробовали. Буквально на каждом углу вот такие тележки с семитами. Это такой турецкий бублик с кунжутом. Также повсюду жарят каштаны, чем-то напоминают сладкую картошку. Нам понравились. На площади такси мы попробовали необычный влажный бургер. Он похож на обычный бургер, только на пару. Еще часто можно встретить вот такие подносы с мидиями и мидиями с рисом. Тоже очень вкусное и необычное блюдо. Ну и, конечно, популярнейшее блюдо – балык экмек или балык дурум. Это рыба с овощами в лаваше либо в хлебе. Мы попробовали балык дурум. Это рыба в лаваше. Очень пикантное и необычное блюдо. Ну что, какое из блюд вам бы хотелось попробовать? Делитесь в комментариях. Давай, давай, скорее одевай. Я тебя жду. Побежали, вылетай на улицу. Вылетай. Посмотри, что здесь, Лев. Да, давай клубничку трем. Баба. Попробуй, как вкусная бабуля тут клубничку выращивает с дедулей. Попробуешь? Кушай, с грядки можно. Оторви хвостик, да. Угу. Ну как? Лёв, ну как? Вкусно? Смотри, что я тебе принесла. А откуда? С грядки. Выросла так быстро? Да, прям покраснела. Одну Лёве, одну тебе. Вкусно. Мы сейчас будем завтракать вот тут, за столиком. Ну что, пап, давай фирменное. Вкусная земля. Мама нам не готовила здесь завтрак. Такой вот. Просто кайф. Да, Лев? Да. Thank you.
Давай. Мы приехали. Крите. Приехали мы. В гости. Какой-то Рик. Ой. Ты вообще такая смешная. Давай еще, Лев. Мия, лови водичку. Это вообще прикол, слушай. Как можно порисовать водой? Да, Алиса, с меня прыгнет в воду. Она это конечно делает. Как можно рисовать водой? Лев, я тебе могу просто шланг дать. Заодно ту и польешь. Хочешь, Лев, из шланга полить? С какого? Я сейчас принесу такой большой и длинный. Хочешь, Лев? У него что-то... Выпрямите. Теперь самая большая задача — стоять на ногах. Можно потягивать. Марго, устроили себе чаепитие. Тут идет дождичек, а мы под крышей, под перголой. Так мы уютненько. Да, уютненько пьем чаечек. Кайф. Ой, ты сняла? Нет, не успела. Не выдержала. Слушай, ну что вы стоите? Пойдемте. Ой, 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 какой. Давай. Давай. Ой, молодец. Ой, какой ты молодец. Можно качаться, да? Класс. Да, белый песок — это здорово. Гораздо приятнее в него играть. Ой, вообще красиво у них. Ну да. Жалко, что мальчики не поехали. А, все в песке! Как водичка? Маргарите домой. Не успеваем, просто мотаемся с места на место. Вот такой активный вот этот раз отдых. Сейчас шашлычки будем варить. Такая здесь классная лесенка прям с улицы. Сейчас я вам покажу, какой классный вид. А, море не видно. Ну, его видно, но плохо из-за дымки. В общем, вид здесь вообще потрясный. Еще бугенвилия растет. Красотишка. Не, нам надо в сторону бассейна пойти. Зачем? В сторону бассейна. Зачем? Ба, мы еще вот там не были. А, нам там не надо. Почему не надо? Кстати, давай. О, смотри! Вот это нам будет помогать. Есть. Я как-то так уселась, а теперь уж страшно. Так рухнешь туда. Ну вот уселась, чтобы полюбоваться. Красивым. Давай, Белл, ты тоже танцуй. Покажешь класс? Это на балете вас учат. Мать-то вообще, вот это да. Можно. Дайте мне. Дайте мангал. Здесь только эти. Баранинка. Божественная. Сейчас будут еще перчики. Это курочка уже приготовилась? Да. Вообще красотишка. Ням-ням. Чокрозетлияны. Что? Чокрозетлияны. Рита уже больше по-турецки разговаривает, чем по-русски. Всем приятного аппетита.
Так красиво вечером. Подсветочка зажглась. Не грустит. Мите, столько костей сегодня достанется. Не грусти. Тёма сладкий тут. А? Играет с морем. С морем играет, да? Осторожно. Он реально крутую игру придумал. Смотри, да? Сам с собой вроде и с морем. Митя, что ты там нашел, Митя? Покажи, что там. Вообще. Крыша. Ты реально от древнейшей для посуды. Такие вот осколки. Здесь по всему Кипру такие, да, пап? Это очень круто. Смотри, что Митя отрыл. Огромный. Даже вот так вот не передает, на самом деле, масштаба телефон. Но она огромная. Он отрыл огромную яму. Уже бассейн. Лёва подливает. Митя. Мы не можем налюбоваться закатом. Красота такая. На море протусили до самого вечера в итоге. Лёв, ты куда собрался с утра пораньше? Да я заранее хочу одеться. Заранее оделся? Вот так оделся. Заранее, да? И ещё майку такую одел. Да, и что ещё? Вот пакете у тебя что-то. Там всё для нарезания. Понятно. Ну всё. И куда ты пойдёшь теперь? Пойдем со мной. Да? Хорошо. Пойдем. Идем. Я уже иду. На таком пляжике в Помогусте. Обалденная. Вон там Илья. Нет. Воду снимаю. Обалденная чистая водичка, но леденющая. 24 градуса. Молодец. Мы тут вот так вот плаваем классно. Давай. Ну как? Круто!
какой-то релакс. Вот просто на релаксе плавала тут. Смотрите. Приплыли ко мне. Да, так, сейчас вы меня перевернете. Не... Это будет весело. Да, не надо, отплывайте. Они, мне кажется, думали, что ты утонул. Да, конечно. Душа нема домова, душа нема тонца, не зори, свечи горе. Мое море. Мое море. Мое море. Ду-та-дин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 -
А, за Крокс. Ей Кроксы понравились. Она еще знает, что увидела, когда Лео снимал Кроксы, она прям заинтересовалась. Она забирает палочку и убегает. Пришли на турецкий завтрак. Смотрите, как прикольно. Завтрак состоит из огромного количества закусок, выпечки, разных интересных блюд. Здорово, что каждый себе может найти что-то по вкусу. И плюс основные блюда еще у нас омлеты. Кудряшка, Кудряш, ты домой хочешь? Да, не хочу. Не хочешь? Не соскучился по дому? Соскучился. Ну а чего, может тогда полетим уже домой? Да, нет, давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Ага.